Долгожданный праздник песни, труда и спорта о году и Сабантуй отметили и жители Батыревского района. Акатуй-Сабантуй – один из самых важных национальных праздников чувашского и татарского народов. Он хранит древние традиции, объединяет людей всех возрастов и профессий, приобщая их к труду, искусству и спорту. Праздник Сахи и Плуга Батыревского района традиционно прошел на поляне «Солнечная». Этот праздник традиционный. Каждый год батыревцы собираются здесь, на этой же поляне. Хотя сегодня погода неблагоприятная, но все равно люди радуются. Радуются, что посеяли. Мы ждем всходов этих, добрых, богатых всходов. Поэтому сейчас празднуем, веселимся. Национальная борьба, конные скачки, бега рысаков – основные состязания Акатуя и Сабантуя. Только в этом году на бегах участвовали около 20 рысаков Батыревского, Шамуршинского, Комсомольского, Чебоксарского районов Чувашии и Республики Мариэл. Все 19 сельских поселений приглашали в свои гостевые домики. В них можно было познакомиться с народно-прикладным творчеством, бытом и традициями многонационального батыревского народа. Кстати, новшеством праздника этого года стало авиашоу. Аюпов сейчас живет в Ульяновске, но сам родом из села Шагырдан. Вот уже 20 лет он вместе с семьей приезжает на этот праздник. В этом году вот очень красочно оформлено все. Очень много вот детских различных аттракционов, горок. Ну и, конечно, здесь встречаемся с родственниками, вот, с друзьями, с одноклассниками. Это очень приятно. Но все же самое главное в празднике – окончание весенне-полевых работ. Ведь именно им он и посвящен. Главный итог весенне-полевых работ – это хорошее состояние всходов. 8 июня в районе провели осмотр полей, который показал, что земледельцы успешно справились с поставленными задачами и заложили тем самым хороший фундамент под будущий урожай. Традиционно на Акатуй и Сабантуй награждают лучших из лучших. Этот год не стал исключением. За организованное и качественное проведение весенне-полевых работ, выполнение намеченных объемов посева сельскохозяйственных культур, передовикам сельского хозяйства вручили государственные награды. Тот, кто работает, у нас не забывает, вот, человек. Вот, ему оказывается внимание, вот, почет. И, скажем, все эти награды, поощрения, они заставляют, скажем, да, наши то же самое, скажем, хорошо работать, вот, и дальше хорошо развиваться. Так называемая свадьба земли и плуга в Батыревском районе прошла с размахом. Даже дождь не смог испортить настроение участникам праздника.